Но доброго времени суток, дорогие детишки. Ну что, добьем болезного? Ну как болезного? Ну, в общем, добьем. Что такое свидание? Ну ладно, да ты не знаешь, что такое свидание. Тебе 9 лет. Свидание, ну это вроде тайной встречи с тем, кто тебе нравится. Почему тайной? Ну, да, не знаю даже. Мало ли почему. Интересно, почему это тайный-то? Так, что мне надо было собрать 9 каких-то штук? Мозаику там, бла-бла-бла. Может, они даже не 9, сколько их тут влезает? 4 на 3, 12 штук. Ё-моё, до хрена-то как. 11 штук мне надо собрать, значит. Угей. Авангардное искусство и его история. Ну, спасибо. Работа закончится... Это, наверное, почерк самого Гуртена. Почему я не удивлен, что он пишет так, что ни хрена не понять? Хотя кто бы говорил? Если бы вы видели, как я пишу, поскольку я пишу левой рукой... В общем-то, во мне, наверное, тихо умирает доктор. Окей. Спасибо. Если бы я выписывал рецепты, никто бы никогда не смог понять, какого хрена. А, Гуртена помер? Вообще логично, как бы, но... Сдается мне, что он не просто так помер. Робкий взгляд, изображение глаз, нарисовано зеленым цветом. Ученические годы, бла-бла-бла, пожертвованные в школе. Ну и последнее. 3 страницы, вообще интересно. Циклопическая улыбка. Жутковатое изображение одноглазой женщины. Изначально была нарисована с двумя глазами. Знаменитым случаем, когда ее украли из музея, но вернули на следующий день, потому что она была страшная, как смертный грех. Завешена тканью. Это... К чему бы это? Почему это оно завешено тканью? А, ну да, они же сами туда. Что это за картина, ты бишь? Нахрен знает. Ну да, это я уже читал. Окей, что здесь? Ладно. Ах ты ж мать, твоя женщина, отец мой негритянский лидер. Нельсон Мандела. Кто такой рисует вообще? А, это сраный пазл. Зашибись вообще. Ходят, они все одинаковые. Кто-нибудь видит хоть какую-нибудь разницу? А, я вижу теперь. Окей. Ну спасибо, что не укусила за жопу, блин, при этом. Целая галерея этих циклопических женщин, это, пожалуй, перебор. По-моему, здесь только что что-то изменилось. Здесь раньше не было этого говна на полу. Так, раз, два, пять, восемь. Еп, перерывный театр. Что ты мне подсказываешь, что эта комната... Как-то изменится. Бойся красного, преследуй черное. Окей. Ну ладно. Что? The fuck? What the fuck? Какая нахрен птица? И мне их надо всех поймать? Да. Прикольный звук. Стопы! Оп, молодец. Оп, еп, оп, оп. Сука, отвали. Уйди отсюда. Стоять! Вот так вот. А, все понял. Так, сколько я там осталось? Один бешеный, блин. Слышу, поротый. Есть.
Все, 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 все. А, у, сука. Нет, два бешеных. Слышь? Да, фу-фу-фу, пошел нахер. Окей, на кой хер бы я это сделал? Я не знаю. В чем? А, понял. Это что? Вот. Чё-то она жила-то вдруг. Не знаю даже. Блин, в вазе нет воды. Могли бы, кстати, А, это неспроста. Она меня преследует. Ну, оно идет за нами. Куда ж тебя надо вставить, птицу? Кстати, а пол-то реально засирает. Трасса кактусов, площадка бесчисленных маленьких растений, тех, кто нигде ступит, далеко до себя их дев. Окей. Что? Лабиринт из кактусов? Там что-то есть, но это ужасно опасно. Вообще-то... Ну, пойдем вместе. Ладно, значит, идем вместе. Но будь очень осторожна. Чего тут осторожного-то? Взял да прошел. Или эта хрень сейчас наступит на кактус? А. А, нет, она просто летает, зашибись. То есть, вот так вот даже, да? Окей. Это? Ну ладно. Это было просто. Это было несложно, так скажем. Слышь, птица? Чё тебе надо? А там что вообще? О. Сколько осталось? Четыре. Прелестно. А вот и птица. Окей. Она показывает, как идти. Охеренно, я все запомнил сейчас прямо, ага. Фак, а повторить можно? Еще раз? Хотя, ладно. Раз, два, три, четыре. Что-то в этом роде. Почему этот большой длинный коридор, в котором нет ничего? Это неспроста. Он может быть цикличный? Куда я иду? Окей, зашибись. То есть вся соль в том, что надо пройти строго, как птица, иначе коридор не кончается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Окей. Я все понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теплое местечко. Давай кусок картины и не выпендривайся. Молодец. Прикольный пазл. Ну, как бы... Окей, it's been done. Осталось три вроде, да? Здоровье было, смотри, чувство оно мне понадобится. А, ну да, мы, наверное, откроем эту дверь, собрав всю картину. Так, а где я еще не был? Здесь я был, там я был, тут я был. Да. Слушай, Ип, может отдохнем? Давай. У меня ты беготни, дуги отваливаются. Я так понимаю, картина сейчас откроется. Какая-то она красная, подозреть. Там не дам или в красном часом? Ах, я выдохся. Мне кажется, у меня скоро ноги в землю врастут. Тебе тоже стоит отдохнуть. Ты уверен? Блин, когда я сажусь, меня жутко клонит в сон. Ибь, уходи отсюда без меня, ладно? Он заснул тупо. Зашибись, отлично вообще. Твою мать. Господи, какая-то страшная.
Снизу картины есть надпись. Я не знаю этого слова. Прелестно. Сука, ты не вовремя заснул. Что? И кто это? Что это? Блин, а... Это разве не длинная полка, вот это? Ну, как бы... А... Нет, это длиннее, но как я за... Твою мать, да... Как я за нее загляну-то? Или никак? А. На холсте? Закрой глаза и досчитай до трех, тогда он будет готов. Окей. Ау. What? Как... Зашибись вообще нафиг. Чё я должен сделать им-то? А, на правой стене что-то поискать. Окей. Ладно. Тогда лишнее вырезаем. Эй! Так, окей. Три ворона. И пять рыб. Поскольку я не могу ввести слово рыба на русском. И где-то в интернете я что-то такое видел, что нужно ввести слово на английском, то есть fish. То так мы и сделаем. Странно, что нету знака ну, стереть. Есть. И что? Три ворона и пять рыб. Прекрасно. Теперь я могу отсюда выйти? Супер. И! Где ты была? Я так волновался. Нет, я должен был... Не надо было кричать. Я испугался, когда не нашел тебя. Я не должен был вот так заспать. Прости, ты цела? Хорошо. Ладно, пошли дальше. Что за картина? Щель. Щель. Осталось два куска. Но мне только, в принципе... Только по лестнице осталось подняться. Больше некуда идти. Что это с водой там хрень-то была? Спивая в ночи. Как она может так парить? Вот тут вопрос, конечно. А все остальное тебя не удивляет, да? Ну ладно, ну ладно. Бывает, бывает, бывает. Или здесь пойти некуда? Есть куда? А этот мужик сейчас оживет, сука. С размытым лицом. Что за жуть? Что это за яма? Что это за дыра? Рождение революции Коперника. Прелестно. Ух ты, эта дыра тоже творение Гуэртена? Это просто за гранью звара. Сука. А я все здоровье нахер не потеряю от этого? Спасибо! А если бы у меня был один, то я застрял нахер. Мне надо было бы загрузиться и прийти сюда с большим количеством здоровья. Супер. Вот это, пацаны, так не, лучше не делать. Ты в порядке? Ничего, конечно же, у тебя все болит.
Но, что с Гарри? Болит тут и там, идти смогу. Нам нужно однозначно, нужно посмотреть по сторонам. Смотреть, то есть. Драгоценность... Блять. Каких небесных тел здесь не было? Где здесь? Где здесь-то? Окей. Фак, да пошел ты нахер, мужик. Тихо. Зеленого точно не было. А, это дебильная комната. Ну спасибо, хоть можно сохраниться. Блин. Прелестно. Так, значит, мужик правильно сделал, что вышел. Молодец. Все правильно сделал. Так, что там с небесными телами? Что это такое? Сатурн? Это Нептун. Это хрень. Это Земля. Это Солнце. Луна. И что-то. Что, блин, тебе надо от меня? Где здесь? Они же разные все, да? Сколько их всего, короче? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. И, блядь, я сбился. Так, раз, два, три, четыре, 8 всего. А, чего, не хватает? Ладно, предположим, это Меркурий. Земля, Солнце, Луна. Причем тут вообще... Что, какая-то хрень, блин. Это Венера, наверное, тогда. Это Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон. Что там не хватает-то? Я не знаю! Что тут мне хотеть? Что? Да пошел ты в жопу. Что ты хочешь-то от меня, сукова? Мужик, вали отсюда нахер. Где здесь-то? Не знаю, надо... Окей, Луну вижу. Здесь эти бабы. Здесь ни хрена. Здесь ни хрена. Там тоже ни хрена. Нигде ни хрена. Куда? Что ты от меня хочешь? Я не знаю. Моя умная, очевидно, только я нихера не понял логики. Зашибись теперь, спасибо и на этом. Но мне это зеленое сразу не понравилось, но почему? Я не знаю, блин. Я не понимаю вообще просто, блин. Что это было, понятия не имею. Где логика, я что-то... Да. Гуэртена. Отличный автопортрет. Окей. Окей. Финальная сцена. Прелестно. И что? What the fuck вы от меня хотите? Зашибись, но отсюда выйти не могу.
Че за... Что? И что мне делать-то? А, твою медь. Кровать из черных бриллиантов. Какой странно знакомый запах. Окей. Я даже не знаю. Я и поспать не знаю. Ну ладно. Я считаю, вообще не нравится. Что? Ладно. Это фак. Да. Хорошо. Я что-то вообще не догнал сейчас, что сейчас было и вообще к чему это все. Может быть, мне кто-то расскажет, потому что я символизм что-то не уловил. Где картина эта дурацкая была? На первом этаже. Ну, я прошел DLC. Окей. А, на втором, пардон. Давайте сохранимся, раз уж я здесь. Спасибо, конечно. Две абсолютно я не понял логики загадки, типа, ну... В основной игре они были лучше. Да. Это, вот это точно. Но зато мы увидим хорошую концовку. Эй! Что это за огромная картина? Поддельный мир? Постой, это же галерея. Если мы прыгнем туда, мы вернемся? Как же нам запрыгнуть картину? Бульк. Это наш шанс. Да, я внутри, поспеши, Ип. Ип. Что? Что такое? Давай. Окей, Ип, наконец-то я тебя нашла. Боже, я тебя обыскал. Бегай за ком вместе одна. Папа тебя тоже ждет, слышишь? Пошли, Ип. Ип, что ты делаешь? Скорее иди сюда. Ип, сколько раз я тебе говорил, не разговаривай с незнакомцами. Ип, это не страшно, по делам все будет хорошо. Ип, слушай свою маму, не ходи с каким-то незнакомцем. Неужели ты хочешь увидеть... Окей. Давайте увидим две концовки. Раз уж я только что сохранился. Вечное одиночество, Ип. Вот так вот. То есть даже финальные хорошие концовки можно зафакапить. Прелестно. Прелестно. Ну ладно. Тогда все-таки хорошее. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вперед, вперед! Правда, не вполне понятно, почему здесь появилась вдруг ее воображаемая мать. Не знаю. Ей! Но это еще не все. Насколько я знаю. Что? Я не помню, чем занималась. Да, мы в курсе. Надо найти Гарри. Я даже знаю, где это сделать. И хорошую концовку получить можно было только в том случае, если... Мои родаки, но это нам не нужно. Только если мы его перевязали руку платком. Хм. Что такое, юная леди? На что вы смотрите? Дай подумать, это скульптура розы. Когда я смотрю на нее, мне становится грустно. Интересно, почему? А, прости, если я сказал что-то не то, Ип. Я тебе не говорил. Что? Стоп, что? Кто такая Ип? Что? Тебя так зовут? Тебя правда зовут Ип? Как странно, мы же совсем не знакомы. Само вырвалось.
Но если подумать, может, мы где-то встречались. Ох, что же я делаю, спрашиваю о таких странных вещах. В общем, забудь, пока. Хм. Что это, на свой платок? Откуда он у меня? А, он твой? И правда, Ип, здесь написано твое имя. Да откуда он взялся? На нем кровь. Флэшбэк. Я был ранен в руку, и девочка отдала мне свой платок. Я его окровавил. Да, этот платок я получил в подарок. Это был подарок от Иб. Иб, я вспомнил. Мы были там вместе. Как я мог об этом забыть? Мы вместе застряли в той старой... А, нас преследовали статуи и Мэри. Да, Ми? Да? Да. И помнишь? Конечно, помню. Слава богу. Мне даже сейчас сложно поверить, но это же правда случилось. И вы выбрались, у нас получилось. А-а-а. Так только все надо рассказать, но мне пора. Ип, ты не против, если оставлю платок у себя? Я бы не хотел давать его в таком виде. Я должен его постирать, верну потом. Ведь мы обязательно встретимся. Ей! Шикарно. А, и только в этом случае показывают титры. Ну и... Прелестно. Но для тех, кто захочет вдруг поиграть, я оставил еще три концовки, я не видел. Одну из нейтральных, типа «Вечное одиночество» и... Я не помню, какую из них точно. Я видел... Две? Две, да. А их, по-моему, всего четыре, значит... Или три, или четыре. По-моему, три все-таки. Да, одну из этих трех. Одну плохую концовку я не видел. И одну экстремально плохую концовку я не видел. Причем она довольно эпична. Но я не буду ее показывать. Я оставлю это для тех, кто захочет, может быть, сам ее найти. Ввиду того, что концовка довольно эпичная. Тем более, что почему бы и не... Ну, как бы, игра проходится довольно быстро, особенно когда знаешь, что делать. В принципе, ее можно пробежать минут за 10 всю целиком. Вот. Поэтому я не вижу... Конец, да, встречи? Не вижу смысла этого не делать, если вдруг кто-то... Вдруг порастется желание поиграть. Так что, вот такие вот дела. Это была хорошая, естественно, концовка. Самая лучшая из всех, которые могут быть. Ну, давай сохраним игру. Так уж и быть. О, как. Черный ключ светится. Это еще не все? Что? What the fuck? Что-что? А, то есть, если я чего-то не... А, то есть можно пересмотреть картинки. А, это музыка, я понял, окей. Целых миллион картин я не видел. Ну и Гарри тут. То есть, чтобы полностью пройти игру, нужно все картинки посмотреть с помощью Гарри, который объяснит нам слова, которые мы не знаем. Прикольно. Этого я не знал, что тут еще и такое есть, оказывается. Ну, тоже, как бы, бонусный контент внезапно, неожиданно и все такое. Why not? Why not? Ага. Ага. И даже муравей здесь, прелестно. Ну вот это, конечно, спасибо большое. Вот этих картин мне не хватало для полного счастья, на. Ну, в общем-то, в этом есть своя соль, если кто-то захочет сделать стопроцентное прохождение. Но учитывая, что здесь нет ачивментов, то как бы...
Могли бы и запилить тогда уж, раз уж у вас такая функция есть. Вот. Галереи. Ой, даже Мэри здесь. Офигенно. А, этот черный ключ я в конце получил. В дополнении, по сути. То есть... Вот так даже, да? И даже Мэри в адеквате. Окей. Ну, короче... Да, просмотреть можно все локации, в которых мы были, вместе с пазлами, которые мы решили. А змея так и не проснулась. Ай-яй-яй. Не-не-не-не. Пойдем отсюда. Предпоследний. А это что, финал? Финал. А еще и две пустые картины осталось, надо же, в финале. Интересно, какие это картины? Понятия не имею. Все? Да, все. Ну вот такие вот дела. Короче, прекрасная игра. Мне офигенно понравилась, чего я, в принципе, не ожидал изначально. Но неудивительно, что она пользуется успехом на просторах интернетов, широко известна в узких кругах. Такие дела, поэтому на сегодня все. Ставьте лайк этим видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книги для жалоб и предложений, а также секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.